У меня есть потрясающий справочник готовых блюд, которые можно заморозить дома. Выглядит он вот так. В нем собраны, ну, буквально все возможные варианты блюд, которые можно приготовить и сохранить с помощью заморозки дома. Здесь есть оглавление и все, буквально все категории блюд. Первые блюда, вторые, даже паштеты, салаты, выпечка, гарниры. Все, что вы обычно готовите дома. Вот смотрите, например, сырники. Да? То есть сам, как замораживать, полностью вся технология. Сроки хранения, сколько замораживать. Да, вот котлеты. Котлеты, например, можно замораживать вот такими способами. Подробное описание, как хранить, сроки хранения. И так по всем, абсолютно всем категориям. Вот шарлотка, видите? Если подробно посмотреть, сборник очень большой. Тут более 50 рецептов, более 50 способов заморозки всего чего угодно, всех блюд, которые мы чаще всего готовим дома. То есть от борщей и щей, заканчивая котлетами, запеканками. И полное абсолютное знание о том, как это правильно делать. То есть если у вас будет такой сборник, вы никогда не будете себе больше задавать вопрос, а как это можно сохранить, например, с помощью заморозки. Везде здесь есть ответы и пошаговые инструкции, как это делать.